сегодня ехала по улице Штефана Чалмари, и на перекрестке с Первомайской я видела представителей Приморьи, троллейбусного управления, которые что-то там осматривали, обследовали. Что там происходило? Ну, по моему распоряжению сегодня, если вы следили, я давал распоряжение о том, чтобы сегодня приехали представители компании, которые делают данную дорогу, то есть улицу Штефан Чалмари, которая считает капитальный ремонт. Также туда я послал Брагарь Ларису Ивановну, Зиньковского Вячеслава Ивановича, директора троллейбусного управления, представителей троллейбусного управления, представителей дорожной полиции, чтобы осмотреть сегодня, в каком состоянии находится данная дорога, потому что, как мы и заявляли, и обещали, что с наступлением погодных условий мы сразу приступаем к дорогам, к ремонту дорог, которые были запланированы на 2017 и 2018 год. Сегодня подписали общий протокол собрания представители компании, кто будет осуществлять этот ремонт. И с понедельника начинается, на этой дороге начинается ремонт. Я думаю, что до конца мая мы эту дорогу завершим полностью, завершим и будем сдавать ее уже как в эксплуатацию. То есть с понедельника она закрывается и начинается работа? Она закрывается, дорога закрывается, но она закрывается для легкового транспорта, общественный транспорт как ходил и будет ходить, то есть это троллейбусы, автобусы, они по этой дороге как двигались, так и будут двигаться, чтобы ни в коем случае не чувствовали горожане какого-то дискомфорта и что надо какой-то промежуток идти пешком. Все как работало в штатном режиме, так и работает, но может быть какие-то неудобства, когда уже начнут ремонт полос. Это будет перекрываться одна половина дороги или вторая половина дороги, и будет транспорт ходить по одной или по другой половине дороги.